Всех приветствую на канале Михо. Очередная пятерка островов, на которых мы будем получать души островов. В этот раз мы посетим остров Покоя, Панданг, остров Мечтающей Чайки, Черепаший остров и остров Алчности. Начнем с острова Покоя под номером 26. Для получения души этого острова необходимо выполнить фиолетовое задание на этом острове. По заданию нам необходимо будет посетить два подземелья. Первое — это руины Марая, которые находятся в Юдии в соляной пустыне. Пройти подземелье надо полностью. Второе — это к сердцу Тартоика, которое находится в локации Базальтовый лес на материке Тартоик. Пройти надо немножко, когда зачтется квест, можно улетать, ну или закончить подземелье. После подземелья мы возвращаемся на остров Покоя, разговариваем с NPC, он дает нам баф на убийство голема в начале острова. Убиваем голема, сдаем квест, мы получили душу. Под номером 27 у нас идет остров Панданг. Для получения души острова необходимо поднять репутацию с местной панной до превознесения. Делаем фиолетовый квест на этом острове и открывается репутация с этой пандой. На этом острове есть еще желтое задание, но на открытие репутации оно не требуется. Идем дальше, на очереди у нас остров Мечтающей Чайки под номером 28. Чтобы получить душу этого острова, необходимо выполнить фиолетовый квест. В процессе выполнения этого фиолетового задания вы начнете ненавидеть того человека, который создал это задание, на уровне очередей в магазинах не меньше, потому что он вас заставляет гонять по этому острову по кругу туда-сюда и срезать никак нельзя, хоть сохранять точку, чтобы телепортироваться. Чтобы завершить фиолетовый квест, вам потребуются три вещи: гимн Лютерии, лесная баллада и танец 2. Как получить лесную балладу, вы можете найти у меня на видео, а танец 2 получается на круизном лайнере. Под номером 29 у нас Черепаший остров. Еще один остров, где по фиолетовому заданию нас заставляют бегать по всем континентам. Это очень долго, сложного ничего нет и даже не требуется вроде никаких песен и эмоций. Кроме души, в награду дают еще красный коралл, который можно обменять на маунты черепаху у торговцев роскоши. И последний остров в этом видео под номером 30 – это остров Алчности. Душа этого острова получается в секретном подземелье. Карта в это секретное подземелье продается на этом же острове у торговца за 60 мечей, которые вы получаете за события на этом самом острове. В зависимости от вашего места во время события вы можете получить от 3 до 5 клинков. То есть для получения души острова вам потребуется максимум 20 раз ходить на остров Алчности. С этой пятеркой мы закончили, осталось еще 4 острова, которые есть на старте ОБТ. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик. Всем пока!